Они представились сотрудниками силовых структур, провели задержание и прямо на улице санкционировали обыск. А после, беспрепятственно завладев ноутбуком, отпустили молодого парня и сами отправились по домам. Ноутбук вот так вот держал, и прямо так получается, так взял все и ушел. Так из подозреваемого 21-летний тюменец автоматически превратился в потерпевшего. Его обидчиков, лжеполицейских, настоящим стражем правопорядка удалось задержать спустя несколько дней. Ну, подошел, думал, закладчик. Подошел, что делаешь? Он замежевался, с этого достал мне, сразу со своего достал мне ноутбук, я его забрал, ушел. Куда ноутбук дел? На квартире лежал. А планшет? Планшет не брал. Сколько у вас был? Двое. Друга встретил, он впереди меня шел, я просто проходил по этому району. Угу, дальше. Он взял за руку молодого человека, когда я подходил уже близко, он поздоровался со мной, говорит, поймал закладчика. Начал там досматривать его вещи, в этот момент он ноутбук умыкнул. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Задержанным рецидивистом, решившим примерить на себя роли сотрудников полиции, грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Сожалеешь о случившемся? Конечно. Наказание принимаешь, какое будет?